суток, друзья. Ну что, мы продолжаем делать лодку. Интересное наблюдение, простое. Когда ты строишь маленькую лодку по технологии шей и склей, ну, вы можете прочитать в интернете, там очень много материала про эту технологию, то все приходят к единогласному мнению, что в первый же вечер ты можешь все сделать. Ну, то есть, очертание судна вашей мечты, оно появляется сразу же после того, как вы сделаете заготовки из фанеры. То есть, чистовую выпилили, начали сшивать, и у вас уже корпус, он стоит практически, все. Вот. То, в отличие от этой технологии, традиционные, много вот это вот, из палочек и досочек собранные каркасы, они собираются долго и требуют терпения. Сегодня настал тот момент, когда первые очертания лодочки, они должны появиться в этой комнате. Вот. Но надо мне прибраться, очистить немножко тут помещение и попробовать. Вот окот я хочу снять, чтобы было видно. Вот первое очертание. Транец, вот он. Транец и верхняя часть, привальный брус. Вот. Я их собрал на шурупах в черную, просто не клея, ничего. Для чего это делается? Для того, чтобы сейчас нужно... Вот это мы убираем серединку. И нам нужно положить весь этот лист на пол, чтобы его как-то начать кроить. Конечно, друзья, вы скажете, что для таких серьезных поделок нужно делать стапель. На самом деле все вот такие вот аппараты, они собираются на стапеле. То есть, но я как бы приверженец вот этой технологии шей и склей, буду собирать прямо на полу. То есть я не вижу пока никаких противоречий. И плюс нужно понимать сразу вот по делу, короче, ответ на вопрос. Вот этот пластик, это шкура, как на байдарке. И все. То есть я сразу это просто повторю, чтобы было понятно, почему я делаю так. То есть каркас собирается, он не весь, но частично основные размеры собираются. И пластик будет натягиваться как шкура на легкие вот эти сверхлегкие суда у нас. Байдарки там, я не знаю, каноэ, ну разные, короче, лодки, которые именно, вы поняли, внутри скелет, снаружи, снаружи шкура это называется. Ну все, убираем и пробуем вот это сделать. Комнатка совершенно маленькая, тут 10 квадратных метров. Ну все, я все подмел, убрал все, что пилил, утрамбовал тут все, что можно было. Вот. Будем пробовать раскладывать лист. Вот. Проблема уборки, я на ней тоже коснусь 5 секунд. Она при работе вообще с поделками, ну и с сотовым карбонатом особенно, с любым мягким материалом, пенопластовая лодка там, которую вы хотите собрать, уборка, чистота в боксе, там где вы делаете, должна быть обязательной. То есть пылесос любой, ну у меня в данном случае бытовой, веник там, все это влажная может быть уборка. То есть для чего? Материал мягкий. И на полу может валяться кусочек кирпича, там, ну, любой, короче, твердый мусор, который будет валяться на полу, он прилипнет или внедрится. В данном случае, если пенопласт, вы там можете как-то замазать пенополистирол, ну, что-то с ним сделать по мелочи, вот, то сотовый поликарбонат, он просто, ну, оставит либо дыру, либо... промнется, ну при любом раскладе лист будет испорчен.
если вы добиваете, ну, или будет подлежать какому-то ремонту. Поэтому вам выбирать, делать чисто, не спеша, аккуратно, вот, либо потом мучиться с ремонтом. Все, начинаем, короче, раскладывать лист. Вот, так, вот такая вот штука получилась. Я ее положил. Вот так вот. Первые контуры вырисовываются судно. То есть верх виден 2,70. Вот это верх у меня рамка. К этой рамке саморезами будут прикручены борта, собственно. И еще тут есть момент такой. Вот он, транец. Сейчас есть одна проблема. Это лист немного выше, чем лодка. Но это специально сделано, потому что я уже говорил об этом, что она будет высотой 45 сантиметров. Поэтому здесь... А лист он 2,10, оказывается. Поэтому, но мы не знаем вот это место. Вот, видите, вот это место, косая палочка. Если бы было просто вот такой верх, обрезал, да и все. А здесь у нас получается косая, поэтому нужно резать аккуратно вот здесь вот, чтобы не обмануться по длине борта, по высоте борта. Вот такая вот тема. Здесь тоже самое абсолютно. Вот. Внутри я уже снял защитный слой, поэтому так все блестит красиво, переливается. Но снаружи пока нет, потому что по полу волохаю все-таки. Основная проблема еще вот здесь вот есть, вот она. Так как все это делается без стапеля и на весу, то есть есть кое-какие, ну, искривления транса. А нужно прибить, чтобы было ровно. Вот здесь я показываю, вот оно место это. То есть все должно быть ровненько. Лист, чем он мне нравится, он... У него заводские резы, поэтому к листу надо именно, как называется, привязаться к листу. То есть палочки-то они, может, где-то и кривоваты. Вот, может, где-то бывает и отпилил, может, что-то как-то. Но лист ровный, поэтому к листу по ходу дела, то есть будет выравниваться все и к листу прикручиваться. Ну вот как-то так. Остается у нас еще, я на место положил, остаются еще лыжи. Вот. Но лыжи будут сделаны тогда, когда будет выставлена высота борта. И вот здесь вот сейчас покажу. Основная трудность это вот это. Вот. То есть нос, носовая часть. То есть когда будет высота обрезана, будет определена длина. То есть можно будет вот так вот поднимать ее. И поднимать надо очень там хитрым способом. Пока не буду рассказывать. Пока это я только... Ну, мысли у меня, мысли работают.